Губернатор Тверской области Игорь Руденя ко Дню народного единства вручил государственные награды, памятные медали и благодарности за особые заслуги жителям Тверской области. Среди награжденных – педагоги, врачи, многодетные матери и работники других сфер. Наша съемочная группа побеседовала с теми, кто удостоился почетных званий и медалей, и выяснил секрет успеха. Успешным можно стать абсолютно в любой сфере деятельности, уверены виновники торжества. Алла Егорова, учитель средней школы номер 35. В этой самой школе она впервые села за парту, а после университета вернулась в качестве педагога. Алла Олеговна удостоена почетного звания заслуженный учитель Российской Федерации. Для меня эта награда – результат моей долгой плодотворной работы на протяжении 35 лет в одном учреждении. Это не только моя награда, это награда всей моей славной школы, всех моих коллег и, конечно, учеников. Без них этой награды просто бы не было. То, что дети – это радость и безграничное счастье, а вместе с тем и бесценный труд, уверена и мать шестерых ребятишек Альбина Денисова. Она награждена почетным знаком Тверской области «Слава матери». Женщина говорит, что секрет крепкой семьи кроется в уважении друг к другу. Уважение и относиться к мнению ребенка в большинстве случаев так же, как ко взрослому человеку. Прислушиваться тогда можно находиться на одной волне с детьми. Патриотическое воспитание подрастающего поколения имеет огромное значение в наше время. Этим занимаются в том числе и общественные организации. Среди них Тверская областная общественная организация ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов. Председатель Лариса Борисовна Щербакова за свою активную деятельность награждена памятной медалью к 75-летию Великой Отечественной войны. Две основные задачи, которые сегодня выполняет наша общественная организация, это воспитание подрастающего поколения в духе гражданственности и патриотизма и социальная защита людей старшего возраста. А эти, вы понимаете, эти истины, они живы, они не могут иметь какой-то временной характер. Глава региона Игорь Рудени поздравил виновников торжества и отметил, что каждый из награжденных – нравственный ориентир для подрастающего поколения. Мы гордимся тем, что жители Верхневолжья внесли свой вклад в победу над захватчиками в сражениях под Торовцем, Торжком, Тверью и Калязином. Патриотизм, единство, верность долгу остаются главными ценностями нашего народа, залогом развития сильной и процветающей России. Эти качества отличают всех, кому сегодня будут вручены высокие награды. Звание заслуженного врача получила Елена Лагутина, заведующая отделением Тверского роддома номер 2. Награды получили также еще несколько медицинских работников, а также работники сельского хозяйства, образования и волонтеры. Также этот день останется в памяти молодого поколения. Из рук губернатора получили паспорта несколько юных жителей Тверской области.